Добрый день, ребята. Посмотрите, какие машины появились в нашем районе. У нас прошел сильный ливень с громом, с грозой. Просто вот такая туча пронеслась. Иду в максимум. А вообще приехала с этого Джамам. Мне тут кто-то написал. Не Джамам, а я мам. Ну, я тогда по этому поводу расскажу анекдот. Приходит женщина в публичный дом. Ну и приходит, знаете, такой выходит. Такой волосатый грузин здоровый. И говорит: ну, кого вы хотите? Алена Делона, Бельмондо. Или Роберта Де Ниро. Ну, начинает вот этих всех известных актеров перечислять. Она говорит: я хочу Бельмондо. Ну, вот грузин стоит, закасывает руки. Вот такие волосатые руки, и он говорит: ну, Бельмондо так Бельмондо. И поэтому я говорю: ну, я мам, так я мам. А не мам, так не мам. Ну, кто поляки, поняли меня. Ну, а вообще вот такое на позитиве сегодня. То есть, знаете, вот интернет очень любит раскручивать различные диеты. Ну, не интернет, а люди. И вот какая-то попадается диета, 13 дней, чертова дюжина. И ровно за 13 дней ты сбрасываешь 13 килограмм. Фантастика. Две недели. Ну, кто худел 13 килограмм, знает, что это такое 13 килограмм. Это не килограмм, не два. 13. Диета такая. Я тут чуть-чуть пройдусь, подышу свежим воздухом. Диета такая. Утром пьешь черный кофе с сахаром. Каждый день. 13 дней. На обед какой-то салат или суп. Я точно не помню. Ну, фруктом, овощ. Никаких перекусов. А на ужин, 150 грамм рыбы, мяса, ну, чтобы мясо было отварное, жареное противопоказано, и 200 грамм салата свежего. И так 13 дней. То есть в день выходит по, кажется, подождите, по 600 калорий. Ну, там хочешь, не хочешь... Ноги протянешься 13 дней. Вот. Ну, вот надо так питаться. И под статьей, то есть колонка комментариев. Ну, комментариев нету, всем все понятно. То есть главное утром выпить это черный кофе с сахаром. Главное с сахаром. Это же когда людям говорят, что вообще сахар нужно исключить, у них начинается паника. Они не представляют себе, вообще не представляют себе, что такое черный кофе без сахара. Это же яд. А тут можно черный кофе с сахаром. И вот женщина в комментариях пишет: а что, если я не пью кофе с сахаром? И вы знаете, я так рассмеялась. Ну, она, конечно же, не шутка это спросила, но если действительно человек не пьет кофе с сахаром, что ему кушать на завтрак, если она не пьет кофе с сахаром? И мне, знаете, так смешно стало. И если бы она бы меня спросила бы это, я бы сказала бы: ну, тогда не пьешь кофе с сахаром, у тебя еще уменьшаются калории, и ты вместо 13 килограммов сбросишь 25 за 13 дней. Ну, вот такая нота позитива у меня сегодня. И бывает иногда вот эти комментарии, мои любимые зрители, которые пишут:
которых я очень их люблю. И бывает, что я в душе, ну, знаете, ну, я просто там злорадствую. Ну, мне просто очень вот, мне поднимается настроение. Вот человек взял и написал: не «Джа мама», а «Я мама». Ну, пускай будет «Я мама». Вот такое открытое кафе в пространстве. Я взяла кофе. Неплохо бы сходить в Прангун, но здесь, не знаю, это надо целый день потратить, чтобы что-то выбрать, купить. Ну, тут вот напротив аптека. Так, кофе. Я взяла черный. Мороженого не брала, потому что я чуть-чуть простывшая. Это кофе очень вкусный, такой вот крепкий, с пеной, но как я просто люблю. Что хочу сегодня, что хочу сказать. Сегодня я открыла свои комментарии, и вот ко мне уже, наверное, четвертый или пятый раз прилетает такое чучело, как я их называю. И вот она там на литовском языке мне пишет, меня называет мадам. Вот, и я думаю, что это человек из моего... даже не из моего округа, но я его знаю, или он меня знает, не знаю. Потому что все люди тоже, что я чем-то недовольна. То есть 5,50 холодный борщ с картошкой, это нормальная для него цена. Что-то ты в Литве живешь, ты в Европе, что-то тут типа жалуешься. Позитива видео нету. Ну, короче, настрочила там, знаете, просто на целую страницу. Целое такое сообщение, я там читала, знаете, сначала хотела ответить, а потом думаю, нет. И ничего я там не писала, просто взяла и заблокировала. Кстати, я ее 4 раза блоканула, и она все равно открывает каналы и все равно продолжает вот писать. Но есть такие гадины, как я говорю, ну ладно, бог с ними. Продолжаем пить кофе и балдеем. Ребята, я опять зашла... вот в это вот кафе «Сопрано», домашнее мороженое. Взяла, на этот раз я взяла кофе с молоком. Мне налили воды, ну, сахар взяла. И я хочу показать, что я купила в ассорти. Кстати, мне не знаю, почему мне очень нравится этот магазин. Здесь товары из Италии, из Бразилии, из Англии. Ну, то есть со всей Европы. Ну, вот такой вот мешочек, и сейчас я покажу. Вот такое вот, такие хлебцы. Но я так понял, что это они с селеном. И с селеном. Ну, там очень большой выбор. И палочки есть, а потом есть такие вот более потоньше. И с различными вкусами, с луком есть. Есть также и со льном. Ну, вот такая упаковка, она стоила €99. Ну, очень захотелось попробовать, и поэтому я купила дилу, распаковку прямо в этом кафе. Затем я купила вот такой вот, такой вот холодного копчения сальца. Мне так захотелось. То есть, ну, знаете, 19,99 килограмм, 4,36. Ну, вот такой маленький кусочек. Но мне такие с хрящиками здесь. Ну вот очень захотелось черным хлебом. Дома у меня есть черный хлеб. Так, затем... так, вот такой рукпенис. Рукпенис. 2,99. Ну, то есть он такой, как деревенский. Как деревенский. Так, затем я купила... черешню. Вот. Черешня дорогая, черешня по 10 евро. Ну, я не буду тут выбирать, я просто покажу по 10 евро. Так, купила вот такой сыр, 3,50. Он такой творожный, десертный с корицей. Тоже вот кофе купила, вот этот вот сыр. Затем купила вот такой один апельсин. Где-то около 3 евро килограмм. Мне очень захотелось. Я сначала хотела здесь купить вот сок с апельсинов, но я лучше съем вот... ну, не по дороге, наверное, уже домой буду, повезу уже этот апельсин.
Так, сейчас вот апельсин, вот такой вот жопками. Очень люблю эти апельсины. Так, и купила попробовать вот такой чай с кардамоном, с апельсином. И 49 стоит. Большой выбор вот этих чаев. И женьшенем, и потом красный чай. Ну, очень много. Наверное, где-то 10 или больше видов. Очень чая много. Кофе тоже очень много в зернах. Потом молотый кофе. Ребята, сыр. Ну, он 50% молода. Я взяла вот с этими палочками, которые я купила, вот этими хлебными. Это французский сыр. Я взяла черный кофе с молоком. И оно уже дороже. Оно уже 2,80, кажется. 2,80. Да, 2,80. То есть черный кофе уже всюду по 2, а белый по 2,80. Ну, здесь вкусный кофе, поэтому я взяла, потому что чуть-чуть походила, устала. Сейчас посижу и поеду домой.